По мимике не совпадает. Как это? Ты одновременно включаешь и то, да. Да пофиг им на как. Снимаем. Да, занимаем. Ты говори. Еще снимаем. Регион 21. Ешь, ну я дай прочитаю сначала, я ж текст не знаю. Автоклуб 21 регион и чемпион Украины по классическому ралли Евгений Кокошенко. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня. Вот это вот впервые на участие... Давай, говори, сейчас мы это прослушаем, посмотрим и... Приглашаем вас на участие впервые в Украине экстрим шоу ралли такси. Дата и место проведения мероприятия будут указаны в нашей группе ВКонтакте. Ты вот это вот всегда знаешь, что я... Якать, блядь, откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Ешь. Можешь секунду подождать? Я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалось нифига, поэтому чмокаю. Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, нахуй. Немножко текст подебил. Автоклуб 21 регион и чемпион... А, все правильно. Я не понимаю, в голове как разбивать предложения, я их не могу прочитать с выражением. Я не знаю, где ударение делать. Дайте ему воды. Да не там... надо мне воды. Пусть потом склеить. Сниматься. Пускай там все молчат, нахуй. Дополнительная информация о время проведения и дате будет находиться в нашей группе ВКонтакте. Не в карту, вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня эти руки, давай. Проезд по городу станет быстрым, удобным и выгодным для всех харьковчан.